В республике к новому отопительному сезону уже полностью подготовлены 232 котельные. Ремонты на объектах жилищного фонда завершены на 50, тепловых сетей на 90, водопроводных на 70%. Подготовку к зиме обсудили сегодня на Всероссийском видеоселекторном совещании под председательством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. В нем принял участие глава КОМИ Сергей Гапликов. Сейчас в республике продолжается формирование необходимых запасов топлива. При этом доставка угля в районы с ограниченным сроком навигации практически завершена. Отопительный сезон в Коми начнется без сбоев и в установленные сроки.